50 тысяч леев было выделено дополнительно муниципальным советом для строительства воскресной школы в муниципии Камрад. Строительный материал закуплен, работы продолжаются. Ремонтные работы идут. К счастью, на последнем муниципальном совете было предложено выделение еще 50 тысяч лей. Значит, муниципальный совет поддержал, Приморья сейчас этим занимается, что изыскивает средства для того, чтобы выделить 50 тысяч лей, чтобы работы продолжились. Также выделяется еще 100 тысяч лей с народного собрания. Депутаты народного собрания выделяют средства, которые они располагают. Пока они не перечислены, но я думаю, что исполком все-таки в ближайшее время эти средства перечислит. То есть сейчас есть средства для того, чтобы мы ко дню городу, значит, церковную школу могли закончить. На данный момент школа строится на средства, выделенные из бюджета города, и пожертвования некоторых прихожан. Кто делом помогает, кто материалом. Продолжаются строительные работы церковно-воскресной школы. Вот. Они чуть-чуть были приостановлены в связи с недостатком, у нас не хватает, иногда бывают такие моменты. Вот. Но на сегодняшний день, слава Богу, материал есть. Работа будет продвигаться. Я думаю, что в этом году, если Господь поможет, может даже второй этаж и крышу сделаем в этом году. Строительство этого святого объекта – это общее дело всех православных людей, подчеркнул протоиерей Федор. Не останется в стороне и региональные власти Гагаузии.